Йозеф Кардаш играет под пятым номером. Антал Нац, восьмой капитан команды. Десятый Лайош Детари. Это, так сказать, основная сила сборной Венгрии. Ее лидер, игрок средней линии, 23-летний Лайош Детари из клуба Гонвет. Затем под седьмым номером играет Йозеф Киприх. И в линии атаки два футболиста. Богнар из МТК и Мартон Эстерхази из клуба АЭК. Удар сильный гол. Сергей Олейников сильным ударом издали посылает мяч в ворота сборной Венгрии. И к исходу седьмой минуты, 20-й номер Сергей Олейников, сборная СССР, игрок из Минского «Динамо», издали сильнейшего.